Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас принять участие в онкологическом форуме «Белые ночи», который пройдет с 4 по 8 июля этого года. В рамках этого конгресса выступят не только специалисты с мировым уровнем в области лечения онкологических заболеваний, но и специалисты, которые занимаются ранней диагностикой и лучевой диагностикой этих заболеваний. В программе форума выделено заседание, которое посвящено актуальным вопросам лучевой диагностики заболеваний, онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мы поговорим об особенностях визуализации опухоли пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, прямой кишки. Выступят не только специалисты по лучевой диагностике, но и специалисты по патоморфологической диагностике и специалисты по лечению этих заболеваний. Именно они расскажут врачам лучевой диагностики о том, как необходимы знания о процессе, онкологическом процессе, который мы можем видеть, о его распространенности, о его представительстве в органах и системах организма. Кроме того, хотел бы обратить ваше внимание на то, что перед конгрессом мы традиционно проводим прекурс мультимодальной визуализации молочной железы. В рамках этого прекурса, который состоится 3-4 июля, мы расскажем об особенностях визуализации опухолевых заболеваний молочной железы с помощью методов лучевой диагностики, ультразвука, маммографии, магнитно-резонансной томографии и радионуклидной диагностики. В рамках этого прекурса участники получат не только теоретические знания от мировых лидеров в этом направлении, но и могут отработать мануальные навыки проведения ультразвуковых исследований на новейших аппаратах ультразвуковой диагностики. Могут ознакомиться с особенностями правильного проведения маммографического исследования, а также отработать навыки проведения пункционной биопсии под наведением ультразвука и под наведением маммографическим контролем. Мы всех вас будем рады видеть. Пожалуйста, приезжайте к нам. Я надеюсь, что это будет познавательно, это будет интересно. И главное, это будет на пользу нашим пациентам. Спасибо большое.